Буду говорить цитатами. Бывает просто оформление бровей, а бывает оформление high definition. Это такая специфическая техника создания идеальной формы и идеального цвета. И чтобы, как говорится, почувствовать разницу, мы отправляемся к сертифицированному специалисту этого сервиса, мастеру-бровисту Оксане Рябухиной. High Definition – это неповторимый английский бренд. Это шелковые удобные текстуры, это концепция, и она включает в себя несколько этапов. Это консультация, это окрашивание, это оформление нитью, воском, пинцетом, и завершающий этап – это макияж. Мы наносим не по форме, чтобы у нас мелкие волоски рядом лежащие, они тоже прокрасились, чтобы впоследствии было удобно создать форму. При выборе цвета мы используем классические оттенки. А если нам нужен особенный цвет, мы создаем свои формулы, смешивая оттенки. Это такая краска. Если убрать ватным сухим диском, то она продолжает еще работать. То есть брови может темнеть, и мы можем контролировать оттенок светлее, темнее. А если убрать ремувером, удалить краску, то уже все, он перестает работать. При выборе формы мы ориентируемся не только на классические точки А, Б и С, но и учитываем индивидуальный овал лица. Вот идет начало брови А, вот это Б, где арку ставим, и С. А нитка? Она убирает пушковые волоски, потому что после того, как мы поработали с воском, у нас здесь остается гладкая дорожка, скажем так. И вот эта граница, она видна между пушковым волоском и основной бровью. И мы ее разграничиваем. Пинцетом мы просто корректируем, удаляя какие-то оставшиеся отдельные волоски или когда прям близко нужно нам четкую форму создать. Брови сохраняют свою красоту до месяца. Ну а в летний период с оформленными бровями можно не думать о макияже вовсе. Кстати, активные брови по-прежнему актуальны. Только вот сегодня тенденция движется в сторону естественности.